Скажи мне, пожалуйста, в каком классе ты учишься? Перешел в 7-й. Нравится ли тебе в школе? Да. Как ты думаешь, там хорошо? Не страшно там в школе? Нет. Нет? Боялся то, что обидят. Не обижали меня. Я всех обижала. Вот и что ты делаешь, вид, ты ничего не снимаешь. А какие твои предметы самые любимые в школе? Математика, русский, изо, технология, биология. Физкультура, ну и другие тоже. А тебя как зовут? Дима. Дима, ты идешь в школу скоро? Да. Боишься? Нет. Хочешь идти в школу? Да. А почему? Потому что там всего интересного, и я хочу узнать. Хорошо учишься? Не очень. Почему? Ну, бывают проблемы, иногда прогуливаю. Не надо. Милый, хороший, скромный ребенок, но прогуливает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я надеюсь, что тебе там понравится. Давай. Конечно, это же школа. Здрасте, Анна Владимировна, я хочу вам передать привет от всего нашего класса. Желаю, чтобы вы были всегда красивы, хорошие. Вы наша самая первая учительница и самая умная. Анна Владимировна, привет! Поздравляю всех с 1 сентября!